Спасибо, друзья. Спасибо, что вы здесь. Спасибо, что вы здесь. Спасибо, что мы здесь. Спасибо, музей Цветаева. Лена, с днем рождения. Спасибо. Я рад представить водворяющих нас в прекрасный мир музыки. Мария Линдер. Всем приятного полета. Спасибо. Всем доброго вечера. Хотела бы тоже всех поприветствовать. И, конечно, почтить память великой поэтессы, которая у нас здесь приняла в своем, на своей территории, по сути. Наше совместное творчество с детским коллективом «Гамариус» началось с одной очень интересной молдавской песни. И мы с нее начнем. «Нами, нами». Понятно.
Мне кажется, так лучше. Вся надежда на тебя. Флаги. Играет такую балканскую музыку, такую, да, такие страны. Вот. И
француженка, которая изучает русский язык, написала такой текст специально для них на русском языке. Его поет француз. Вот. Поэтому постараюсь немножко, если я не забуду текст, я постараюсь его имитировать. Если кто знает, помогайте, пожалуйста. Сергей, можно поставить? Про семерочку. Про семерочку. А, про семерочку. Значит, как это выглядит? Это такой рейтинг специальный. То есть мы сначала хлопаем три раза, а потом два. Раз, два, три, раз, 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 два. То есть не сложно. Чтобы нас все вместе. Да. Нет, мы скажем, как надо. Сейчас не надо. Сейчас не надо. Yeah.
Thank you.
Друзья, скажите, пожалуйста, а что побеждает смерть? Кто знает? Да все знают, только молчат. Врач-реаниматолог. Хорошо. Близко, близко. Какое чувство он испытывает, когда реанимирует? Ненависть. Подсказка. Любовь, точно, правильно, любовь. Только любовь способна побеждать смерть. Итак, мы желаем, конечно, вам всегда преодолевать все препятствия, держа в сердце вот это чувство. И сейчас предлагаем вам испытать это чувство полета и любви вместе с нами. Мы будем исполнять мантру «Ом Триамбакам». Она – мантра, побеждающая смерть. Thank you.
почувствовали частью себя, частью себя, как было пило, прекрасно, некоторые. Она достаточно известная, поэтому просим тоже помогать нам.
попробуем представить вашему вниманию песню на китайском языке. Однажды китайская делегация сказали, что они почти все поняли. Спасибо большое, мы все поняли. Будем надеяться, что русская, скажем так, русская часть населения тоже поймут китайскую песню. Но на самом деле, скажу сразу, эту песню о большой любви между девушкой и парнем. Они живут в городе Кандин. Над этим городом ближе всего светит луна. Вот как раз она и вдохновляет этих влюбленных на романтические свидания и на любовь на всю жизнь. Такая песня. И вот вам желаем.
подходе. Вот. Я думаю, мы ее не будем отменять, хотя там фортепиано больше партии. Вот. Хотелось бы, все-таки мы в доме музея Цветаевой, да, и помните это великое имя. Хотелось бы прочесть следующие строки. Если мне кто-то подсветит, я буду очень благодарна. Знаете? Кто мне подсветит? Спасибо большое. Мировое началось во мгле кочевье. Это бродит по ночной земле деревья. Это бродит золотым вином грозди. Это странствуют из дома в дом звезды. Это реки начинают путь вспять. И мне хочется к тебе на грудь спать. Вот такие строчки. Почему? Потому что мы сейчас играем колыбельную. Колыбельную, которую, я уверена, все знают, все слышали. И если все... Только живите, пожалуйста, там еще есть программа. Вот это не конец. Да, это конец просто первого выступления нашего, да, первого выступления. Группы «Отравленный сад». Все стулья отсюда сразу же убираем.
Будем танцевать.